Лекция 8 на 3 Q. Отличительные характеристики Сёрензи Кэмпа. Кэндзен и Чинё. Рики Айфуни. 6 базовых постулатов Сёрензи Кэмпа. Сёрензи Кэмпа содержит 6 основных постулатов. Единство духа и тела. Кэндзен и Чинё. Единство силы и любви. Рики Айфуни. Сначала защита. Потом атака. Сюсю Кодзю. Сохранение жизни других людей. Фусацу Кацудзин. Единство жесткого и мягкого. Годзю и Тай. Приоритет парной практики. Кумите Сютай. Единство силы и любви. Рики Айфуни. Выражает правильное отношение к поступкам и жизни. Единство духа и тела. Кэндзен и Чинё. Отражает подход к практике. Постижение своего собственного пути в жизни. В процессе тренировки техники нужно придерживать следующих постулатов. Сначала защита, потом атака. Сюсю Кодзю. Сохранение жизни других людей. Фусацу Кацудзин. Единство жесткого и мягкого. Годзю и Тай. Приоритет парной практики. Кумите Сютай. Кэндзен и Чинё. Единство духа и тела. Постулат, отражающий правильный подход к практике. Рики Айфуни – единство силы и любви. Постулат, характеризующий правильные поступки. Сюсю Кодзю – сначала защита, потом атака. Постулат, указывающий на правильное применение техник. Фусацу Кацудзин – сохранение жизни других людей. Улучшая жизнь других людей, улучшать свою. Постулат, указывающий на правильное применение техник. Го Дзю и Тай – единство жесткого и мягкого, постулат, объясняющий содержание техники. Кумите Сю Тай – приоритет парной практики, постулат, указывающий на правильную практику техники. Как тренировать дух и тело? Кэндзен и Чинё – единство духа и тела. Первым постулатом Сёрензи Кэмпа является единство духа и тела. Кэндзен и Чинё – кэн символизирует тело, дзен – дух. Обычно мы думаем, что понятия дух и тело не связаны друг с другом, но в действительности это не так. Когда мы чему-то удивляемся, сердце начинает биться учащенно. Когда мы больны, не только слабеет наше тело, но и ухудшается настроение, ослабевает интерес к активной деятельности. Эти примеры показывают, как тесно связано наше тело и дух. Во время практики Сёрензи Кэмпа важно сохранять баланс тренировки тела и духа. Сёрензи Кэмпа – это не просто теоретическая дисциплина для ума, а также не путь приобретения превосходства за счет практики физических упражнений. Тренировка в Сёрензи Кэмпа – это метод одновременного преобразования и духа, и тела, требующий постоянной самооценки и раскрывающий наши скрытые возможности. Это и есть единство духа и тела. Основа наших поступков и принцип Сёрензи Кэмпа – Рики Айфуни – единство силы и любви. Вторым базовым постулатом Сёрензи Кэмпа является единство силы и любви. Смысл его в том, что жизнь не может быть счастливой, если вы обладаете только любовью и состраданием. Необходимы также интеллект и сила. Если вы видите, как кому-то причиняет боль и захотите помочь из любви и сострадания, то без смелости и силы вы будете бесполезны. С другой стороны, сила без любви и сострадания – ничто иное, как обычная жестокость. Для борьбы со злом и несправедливостью сначала нужно научиться отличать хорошее от плохого, затем уметь оценивать ситуацию и применять свои навыки, давая смелый отпор. Существует выражение «справедливость без силы – слабость, сила без справедливости – жестокость». Будучи кэнси, вы должны привести в гармонию ваши силы и любовь, объединить интеллект и сострадание, а затем использовать их как основу ваших действий. Вы сами должны сделать вашу жизнь счастливой и стабильной, активно способствовать делу миру и процветанию общества. Материал из Токухона, страница 12 по 15.